Углич на один день станет центром российской глубинки. В субботу в городе пройдет первый фестиваль малых городов. Среди участников АЗОВ – Дмитров, Елабуга, Суздаль, Мышкин, Тобольск и другие. На праздник сшито 700 традиционных костюмов для фольклорных коллективов участников культурного форума. Один из приоритетов – создание атмосферы костюмированности. Между городами наряды распределили пропорционально количеству жителей. При создании эскизов учитывались особенности и традиции каждого региона. Также в программе фестиваля – гастрономическая ярмарка с дегустацией и мастер-классами. Завершится праздник концертом бурановских бабушек и фейерверком. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Минкультуры, внутренний туристический поток в малые города вырос на 30%. Кстати, завтра Углич и Мышкин отмечают День города. В торжествах примет участие ярославский губернатор.